Сотрудники ОМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу провели акцию «Здоровье – это наш выбор». Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу провели акцию «Здоровье – это наш выбор» в городской библиотеке. Участниками мероприятия стали школьники. Цель данной акции – профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, предотвращение совершения правонарушений несовершеннолетними, формирование у молодежи активной жизненной позиции, нравственной культуры и пропаганда здорового образа жизни. Инспектор по делам несовершеннолетних довела до молодых людей информацию об административной и уголовной ответственности за совершение преступлений и правонарушений несовершеннолетними. Также были затронуты вопросы употребления подростками алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных веществ и привлечения к ответственности за содеянное. Полицейские призвали школьников серьезно относиться к своей жизни, здоровью и совершаемым поступкам. В Сергиевом Посаде сотрудники полиции раскрыли кражу из СНТ. В дежурную часть МВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу поступило заявление от 41-летней жительницы города Москва о том, что неизвестный проник в дом в Садовом некоммерческом товариществе «Друзья природы» и похитил телевизор, электрообогреватель, радиоприемник и две телевизионные приставки. Сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 37-летний мужчина. В отношении подозреваемого следственным следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.